Всем привет! С вами канал Артмания. Показываю свой стол. По-моему, мне кажется, в этой квартире единственное, что может заканчиваться, это конфеты. Очень много фантиков. И памперсы. И все. Это то, что мы постоянно выбрасываем. Кстати, этот нутелла. Нутелла, что ли? А, фрутелла, господи. Фрутелла, вот я посчитала. А, у меня новая появилась хотелка. Сейчас я покажу. Новая маленькая мечта, я вам уже о ней давно как-то рассказывала. Короче, хочу целый килограмм вот таких вот фрутелл. Не знаю, короче, хочу, прям опять я на них подсела. Много лет назад я сидела, прям подсаживалась на них. Сейчас опять подсела, прям мне очень-очень нравятся, они такие мягкие. Люблю больше вот лимон, апельсин. Клубника не очень, но ем. Ну, естественно, я посчитала, за 1 килограмм нужно 25 штук. И будет стоить это 678 рублей 50 копеек. Ну, 600 рублей не так много. Я думала, вообще получится очень много. Здесь, конечно, у меня все завалено. Че ты? А я фантики. А, Дима фантики такие коллекционирует. Апельсин вот, лимон и клубник. Вам что-то еще, мне кажется, было? Но нет, наверное. Вот. Я в прошлый раз пошла штук 6, наверное. Последний забрала. Это в фикс-прайсе, кстати. А перекрестки, наверное, дороже он будет. Да? Козявка. Вот так вот. Новая хотелка опять у Натуськи появилась. Посмотрим, когда я смогу ее исполнить.